Всем привет, дорогие друзья, на канале Cloud AM, и сегодня мы будем играть в Train Valley. Мы продолжим играть, потому что я видел, что игра вам понравилась. Мне тоже очень понравилась игра, поэтому давайте продолжать, а там посмотрим, как уже пойдет дальше, потому что игра классная, мозговыносящая, и очень реально прикольные уровни появляются иногда. Лично мне очень нравится. Так, нужно заработать как минимум 120 тысяч долларов, успеть, это ачивки, да, у нас цели уровня. Не допускайте аварии и направляйте поезда только на... станция, которая нужна. Но это мы умеем вроде. Я теперь, кстати, научился поезда останавливать, поэтому будет легче играть. Шутка. Ну, нет, это не шутка, это так и есть, на самом деле. Так, давайте так вот сюда. Максимально короткий путь сделаем. Вот так. Все. Запускаем поездик в красный сектор, а потихонечку пускай выезжает. Нас сразу мыть... А, ну да-да-да, нам нужно только 20 тысяч заработать, но это можно что-нибудь сделать, в принципе. Надеюсь, что. Давайте попробуем дополнительный поезд сразу купить. Блин, оказался с другой стороны. Я думал, будет с той стороны, так будет удобно. А я же могу еще... Нет, еще один не могу. Я думал, два подряд запустить. А вот, смотри, запускаем два подряд. Шикарно. Но этот поезд тратит деньги, а я за него заплатил 2200. То есть сам по себе получается, что не очень выгодно. У вас вулкан посередине, тем не менее. Это очень прикольно. Так, новая станция. Самое главное, когда появится дохера станция на этом уровне, начнется выносить мозг, и там реально будет плавиться. И видите, как у меня плавится мозг. Это достаточно интересное зрелище, кстати. Советую посмотреть. Шутка. Нет, не шутка. Еще один красный. Мне нужно сейчас зелененький прогнать. А то он там деньги теряет, стоит, скотина. Так, денежки пошел. Красный можно было бы как-то объехать или на запасные пути пустить, но у меня пока нужно еще какой-то мост построить. А мосты в игре строить нельзя, нужно ждать. Красный поезд. Возможно, как-то можно вот так было построить чуть больше по длине, чтобы можно было на запасном линии. Давайте поставим запасную линию. Вообще идея хорошая на самом деле. Вот, запасная линия. И мы сейчас сможем выгнать этот поезд на запасную линию. И порвать эту игру. Хорошо, так, все нормально. А синий пускай тоже сразу за лидом выезжает. Я не против. Этот поезд мы затормаживаем. Тут все правильно у нас. Так, все наверх. Ага. Ждет, видите, поезд, как все. Хотя, с другой стороны, он так бы ждал. Но, может быть, так и выглядит немножечко. Немножечко по деньгам, может быть, лучше отобьем, не знаю. Хочется надеяться, по крайней мере. Так, хорошо, зеленый поезд. Пока не запускаем. А, вот, наконец-то мне подарили мне второй мост. То, что нужно. Мы сейчас сделаем по-хитрому. Мы сейчас его вообще там завуалируем. Вот так. Запасную ветку в любом случае сделаем. Потом мы запасную ветку подсоединим вот сюда. Да, чтобы она не мешала. А, и здесь бы тоже хорошо бы ветку запасную. Может быть, как-то было удалить надо. Я могу удалять? Могу. Попробуем это сделать как-то подлиннее здесь вот. И бабосов не хватает. Бабосов очень мало. Бюджет. Нет, нельзя строить. Очень опасно строить. Мы можем по бюджету не вложиться. Так, хорошо. Поезд сейчас этот красный у нас едет в красное. Зелен пока выпустить, к сожалению, не можем. И заезжает. Зеленый поезд выезжаем, забираем сюда. Денежки есть, но маловато, маловато. Но такая разведка нормальная, такая. Хорошая, хорошая разведка, а? Я точно так считаю, что хорошая разведка. Так, тихо, вот сюда. Так, красный можно, в принципе, запустить. Мы здесь сделаем параллельную рельсу. Скажем... Денег нету, блин. Ладно, красный пока едет. Он очень быстрый красный, судя по всему. Зеленый бы тоже можно было бы по нижней летке запустить. Но денег, блин, впритык. Черт. А, не, нормально, хватает денег. Хорошо, тогда тоже запускаем. По нижней ветке запустим его. Так, красный, у нас тут красный по верхней ветке, это по нижней. Все, все супер. Это быстрый поезд, кстати, между прочим. Нам нужно потом будет зеленый поезд вот так провести. Хорошо. Запускаем еще этот, немножечко потормозим поезда.
Хотя да, немножко затормозим. Хотя он дешевый, блин. Даже не знаю, так, он может уже ехать. Денег мало, пока не буду рисковать. Но у нас стоит желтый поезд, ребята. Желтый поезд нехорошо, надо как-то проводить линию. Даже остаются деньги, которые есть. Не так я хотел сделать это. Вот так, кстати, можно? Да, отлично. Хорошо, желтый мы сейчас выпустим. У нас остальных поезда нету, дополнительный закат не будет. Денег очень мало. Все, в принципе, супер. Хотя мы желтый выпустим. Мне нужно здесь один, получается, вот так. Ага. Выпускаем желтый. Здесь мы затормаживаем поезд. Так. И идет на желтую станцию. Синий мы пустим тоже, по нижней ветке мы его пустим. Вот так сделаем это. Какой длинный желтый поезд. Так, зеленый уезжает. Желтый у нас, в принципе, неплохо идет, но он может сейчас... Эта электричка, надо потормозить его, иначе он сейчас... Все нам испортит. Желтый поехал. Синий правильно, желтый по всем критериям идет тоже правильно. У нас еще оранжевая эта херня появилась. Денег у нас мало, в обрез. Мы попробуем сэкономить немножечко. Да, сэкономишь тут денег. Слишком много денег трачу, нельзя столько тратить. Пока все нормально. Так, синий поезд мы запускаем, у нас пойдет в нижнюю ветку. Наверное, сюда и лучше пойдет, лучший вариант. Тормозись. Поехали. Хорошо, у нас еще оранжевый нужно наверх. Блин, а там еще желтый стоит. Вы издеваетесь, денег-то нету. Вот так это нужно строить, естественно. Выпускаем туда желтый. Поедет в эту сторону. Оранжевый тоже запустим чуть-чуть позже. Пошел оранжевый. Опа-опа-опа, нужны разные линии. Так, мне нужно... Я не смогу, я же не смогу. Мне нужно здесь как-то соединить ветки. Ха-ха-ха. Это я попался. Может как-то... Не знаю, вот отсюда может как-то подсоединить. Так, пускай проедет. Блин, черт. Ладно, на этом любом случае мы на нижний запускаем. Вот поверху. Оттормаживайся. Ты идешь наверх, и здесь попытаемся достроить. Будем надеяться, что получится. Не очень хорошо получается. Может, как-то отсюда можно построить? Не хочет. Слушайте, как мне тогда проводить поезда эти наверх? Черт, я его запустил там, где как раз-таки не нужно. Черт, гребаная оранжевая ветка. Хорошо, хорошо, хорошо. А что если вот так провести? А я могу там соединить, подождите, у меня тоже не вариант. А могу я хотя бы как-то сюда подсоединить? Подсоединиться? Не могу. Так, а что если я подведу его как-то... Господи, даже не знаю, как это все дело подвести. Как-то с этой стороны, что ли? Так, у нас проблема, Хьюстон. Черт. Что делать? Надо переделать эту вот зону. Давайте его переделаем. Придется переделать, ничего не поделаешь. Нам нужно как-то с этой линией засоединиться вот сюда. Вот так, в принципе, неплохо вариант. Вот так мы это сделаем. На оранжевый он уедет. Нам нужно как-то с оранжевой ветки еще будет переводить линию. Например, вот на эту ветку. И как-то в эту сторону тоже. Но бабосов пока нету. Так, вот все правильно. Он находит, применяет. Да-да-да-да, все хорошо. Что у нас еще есть? Желтенький где-то еще едет.
На грани! Что на грани? Нет, не хочу грани. Сундратская ачивка. Господи, как все неудобно-то стало, а? Ладно, желтый выпускаем. По нижней части пойдет желтый. Вот так желтый пойдет, так нормально, все супер. Оранжевый, надо как-то через эту штуку запустить, не нужно здесь вот соединить. У меня, в принципе, бабосов сейчас добавилось. Есть шанс, что мы этот вот сможем подсоединить. Yes. Оранжевый запускаем. Запускаем тогда на эту ветку. И вот сюда пойдет оранжевый. Желтый у нас проезжает по нижней ветке. Раз, 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 раз. Проходит. Этот сверху пойдет оранжевый. Раз, 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 раз. Правильно. Все. Потом зеленый опускаем. Все супер. У меня мозг пока не плывет. Блин, сверху появился. Смотрите, как все некрасиво. Так, дополнительный поезд закажем. Я, может быть, какой-то красный появился. Нормально. Так, красный поезд выезжает. Красный поезд по этой линии и в итоге уса приезжает. Фиолетовым денег пока не хватает. При этом синий тоже может уже выезжать. Фиолетовый, как тебя подсоединить? Сколько там денег нужно? Тоже, видите, какая-то проблемная фигня. А тут очень дорого пока будет. Ну ладно, 7 косарей, нормально. У нас красный в красный, синий в синий. Мы сначала этот выведем, наверное. Не сначала этот. Даже нет, сначала надо этот, чтобы этот выехал. Поехал. Так, так, синий у нас едет все правильно. Мы отсюда не сможем вниз провести, смотрите. У нас не хватает несоединенной рельсы в нужном моменте. Но мы это сделаем, попытаемся сделать. Это будет и сложно. Здесь оттормаживаем поезд. Так, как синий провести? А, допустим, где-то мы так. Надо как-то соединить дорогу вот на эту часть. Здесь не получится соединить, поэтому надо как-то вот здесь вот закруглить дорогу. Закруглить дорогу надо, а? Блин, проблематичная часть опять начинается. Я же здесь не смогу их как-то закруглить. А что, если здесь вот так сделать? Как вариант. О! Ха-ха, получилось! Так, красный ждет, пока этот выезжает в нужный нам сегмент пути. Этот можно, в принципе, запускать. Он едет сюда, сюда, сюда. Сюда и в итоге приезжает нормально. Запускаем. Красный поехал. Фиолетовый не доедет отсюда, сюда не сможет приехать. Так, денежки появились. Давайте поведем так, чтобы он смог туда доехать. Пока просто не видно нифига. Так, стоп. Допустим, он сюда приходит, и мы здесь не сможем подсоединить. Но мы сможем сделать это вот так. Здесь не получается, хорошо, вот так. Как вариант, очень неплохо. Блин, если какая-то игра просто сумасшедшая, просто приходится мозг ломать местами. Так, здесь все нормально. Если никто не поедет, фиолетовый нам нужно наверх затащить. Но при этом сначала выпустить нас зеленый поезд. Зеленый поезд выезжает, едет прямо. Вот так он выезжает. Сюда и в итоге приезжает. Поехал зеленый поезд. В это время давайте чуть-чуть купим поезд. Желтый у нас есть, он внизу. Желтый тоже выпускаем. И поедет нас пониже. Так, желтый пока тормозится. Нам нужен еще фиолетовый поезд запустить наверх. Вот таким образом. И красный в это время выезжает сюда. Чтобы удобно все было. Так, этот пока ждет.
пока проезжает. Так, а кто успеет? Значит, ты у нас затормаживаешься пока что. Этот поезжает потихонечку уже. И этот, в принципе... А, нам нужно... Подождите, нам нужен фиолетовый... Это фиолетовый поезд, нам нужен вверх. Все правильно. Тоже поехал. Я даже мог не затормаживать его, в принципе, по большому счету. Оранжевый поезд через верх ездит на заданные пути. Синий поезд... Блин, как все мешает. Желтый поезд. Давай здесь поворачивать, не забывай. Фиолетовый идет красиво. Красавельчик. Оранжевый поезд тоже сейчас выпускаем. Оранжевый поезд здесь вот проезжает прямо в итоге. Шух-шух-шух-шух-шух. И там получается хорошо. Синий пока поезд не можем, там заезжают поезда везде. Так, зеленый поезд выезжает, и он поедет... как-то херово он поедет на... А, понятно. Нормально. Сюда поедет, в итоге выйдет сюда, блин. Какой хитрый путь. Давайте его наверх запустим лучше. При этом синий тоже уже выезжает. Зеленый там потормаживает. Синий, когда выезжает, будет выезжать, нужно на нижний путь запустить его, чтобы он не мешал. Зеленый тоже отчаливает. Синий идет красиво. Он красавчик. Запускаем наверх. Зеленый пошел, 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 выезжает. Отлично. Докупаем новый поезд. А мы не можем. А, я эти деньги заработал. Я прошел уровень, отлично. На все три ачивки. Шикарно. Ну все, запускаем максимальную скорость. Фух, разрулили этот сумасшедший бред. Это просто жесть. Победа, спасибо. Реально просто сумасшедшая игра. Мозг просто начинает уплывать. А тут уровни дохерища, сейчас вам покажу. Как видите, уровни просто бомба. Бомба. Ну ладно, давайте еще этим пройдем. Фух. Так, подцепились. У нас сразу три станции дается, и у нас ограниченное количество денег. Ну, конечно же, пойдет. Нет, я хочу сразу выехать сюда. Хочу вот так и закрутиться вот сюда. При этом я хочу, чтобы он выехал сюда подешевле. 100 тысяч! Тысяча? Стоунхедж. 500 тысяч. Да вот сюда сразу заворачивай. 50 тысяч, Стоунхедж. Что? 100 тысяч. Мертвая, короче, эта фигня. Это будет посложнее. Но нет никаких... Не нужно, нам не нужно ничего выполнить. Нам просто нужно управлять поездами. Это мертвая зона пока. Мы не сможем пока это что делать. Давайте доп поезд. Поехал. Как мне здесь вот провести... 100 тысяч я просто не приведу. Нереально. А, оранжевый. Ну тут как не стар... А, подождите, а если вот так? А, 6 тысяч уже. Так. Не так дорого. Фух, все нормально, я уже испугался. Поехали. Нам с вами, ребят, повезло. Ну, на удачу, вдруг... Блин, синий оказался, ну ладно. Фиолетовый, сначала синий запускаем. Он был первый. А этот куда? В синий тоже. Давайте два запустим, да, затормозим сейчас. Сэкономим. Ну, конечно, поезд проиграет по деньгам, но здесь поезда подороже как-то, мне кажется, просто. Оранжевый тоже запускаем. Пофиг на этот поезд. Денег просто нету сюда. Я бы часой построил, но видели, денег стоит. 100 тысяч тут разнести нафиг чертям. О! Так, отлично. Спускаем фиолетовый, здесь тоже будет фиолетовый. Честно, надо будет нам в синий завести, да? А, тут же не проедешь никак, тут 100 тысяч нужно.
Ладно, попробуем вот так сделать, сколько это денег по деньгам станет. 17 тысяч не так дорого. Ну, как-то так будем это дело проводить. Смотри, каких вариантов у нас пока нету. Так, все заезжают, кто-то выезжают. Фиолетовый. Запускаем счет фиолетовый. Синий. Ну давай, выезжай пока что там. Разберемся. Пока доедешь. Он дешевый еще какой, смотрите. Это тоже запускаем. Так, хорошо. Тормозим. Ну, возвращаемся как можем. А что еще могу сделать? Так, заезжай. Ты проезжай, кстати, что стоишь тоже. Синий, ты тоже синий выезжай. Оттормозись немножечко. Тут можешь уже проезжать. Поехал за ним. Где мне 100 тысяч взять, чтобы здесь пройти дорогу? Где взять столько? Может как-то сюда обвести? Давайте попробуем сюда обвести. Насколько это будет дешевле? Просто для этого интереса, сколько это дешевле станет, насколько... Примерно, прикинь, денег все не хватает. Так, не так. Ну, в принципе, нормально, нормально. То есть денег, в принципе, хватает, да? Так, два синих у нас уезжает куда нужно. Желтый у нас едет куда нужно. Пока все хорошо. Оранжевый тоже выезжай. Нужно больше денег, ребят. Нужно больше денег. Выезжай. Желтый. Это будет долго стоять. Мне не хватает денег, чтобы провести. Черт. Так, это синий тоже выезжает. Ладно, давайте проводи потихонечку, потому что у нас нет вариантов. По сути. Тысяч 101 так дороговато. Ой, сразу много. Так, сюда пойдем. Нет, надо как-то свернуть напрямо. Ну, один сюда пускай будет нормально. Блин, я сейчас могу обанкротиться. Зачем я это делал? Нет, нет, я... Ладно, попробуем еще один. Испытаем судьбу еще раз. Ну, это я тупанул, я согласен, ребят, согласен. Но я забыл, что... Ну, я не забыл, я знал, но я не думал, что прям настолько денег проблемно будет. Что за индикатор с правой стороны, интересно? Так. Фух, ладно, думаю, в этот раз выйдет еще хуже, смотрите, сразу 100 тысяч. А, нет, подождите, нормально. Так. Эй, вот так я хочу, вот так. Да, блин, вот так хотя бы, ладно. Нормально. Пойдет для первого. Хочу, конечно, бы здесь провести, но тут не хватит, я так понимаю, да, по деньгам. 6 тысяч за дом, так недорого что-то берут. Дешевые какие-то дома у них тут. Так я тогда вот так сделаю, так выгодней. Дополнительно позже закажем куда-нибудь. Ну, пускай едет уже в синий. Еще один закажем. В оранжевый пускай едет. Так, нормально. Подождем. Ну, неплохая. Начали неплохочка с развилочки. Два красненьких поезда у нас. Еще один красненький пойдет тоже, наверное, через низ.
Оранжевенький идет навстречу ему. Синенький пока мешает. Хотя надо было выпустить, в принципе. Ну ладно, уже поздно. Хотя почему поздно? Можешь было выпустить. Еще один оранжевенький пускай проезжает. Этот наверх пускай тоже. Так, хорошо, подсоединяем еще одну ветку. Денег пока достаточно. И нужна еще прямая вот сюда. Идеально. Ну, полегче немножечко стало. Там, ну, там тоже было, просто я обанкротился банально. Тупо так. Синий идет вверх. Все логично, да. Заказываем новый поезд. Зеленый тут в оранжевый пока не сможем. Хотя, подожди, сможем. Синий запускаем еще один туда же. Это запускаем. Вниз пускай едет. Хорошо. Заказываем новый поезд. Оранжевый запускаем. Поверху пойдет. Так, я что-то не понял бред с этим поездом оранжевым. Он выезжает или я что с ним сделал? А, он выезжает. Оба оранжевых поезда выезжают туда. Что? Какой затормаживаем вопрос? Ну давайте это затормозим. Или я его не туда подправил, я что-то уже запутался совсем. Я же говорю, какая такая выносящая мозг. Так, зелененький поезд мы запускаем. Я уже запустил, уже в любом случае нет выбора. Надо его как-то будет провести хитро. Ладно. Надо как-то отсюда сделать еще заход сюда, но не получится нигде. Видите, тут негде перецепить его. Давайте попробуем все-таки как-то здесь перецепить, может. Что если вот так? Вот так, вот так. А, там будет камень мешать. Не получится. Эй, я же не строю, я нажал отмена. Фу-фу-фу. Фу. Так, это запускаем. Супер, зеленый поедет через верх. А, я могу, в принципе, здесь вот скостить его, да, уровень. Нормально. Мы так и сделаем. Так, красный может тоже, в принципе, выезжать. А где, подожди, какой красный? А, красный с правой стороны, все правильно. Тогда затормажим его зелененьким. Красный. В это время, может быть, красный сюда доехать, кстати. Запускаем его тоже. Нет, надо как-то лучше развилку делать, потому что начинается проблематичность у нас. Периодичная такая. Еще один красный поезд выезжает. Так, подтормаживайся. Тормози, мне страшно. Поехал. 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 Так, теперь этот вот синенький можно запустить, в принципе, на зелененький. На синенький заводик. Будет, в принципе, нормально. Так, 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 так. Синенький выезжает наверх. Вот он все заберет. Зелененький, мне надо как-то развилку. Я нагородил. Не очень удобно. Надо как-то было перевести. Может быть, как-то через верх уже что-то переводить. Не успеваю кучу поездов переводить. Это жалко, 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 жалко. Так, хорошо. Давайте смотреть еще раз. Это едет сюда, нормально. Этот завершает нормально. Синий чуть-чуть. А чуть оранжевый, который тоже можно запустить уже сейчас. Да, оранжевый запускаем. Оранжевый где-то как красиво. Блин, два зеленых поезда. Как все печально. Мой мозг. Так, хорошо, а если я сейчас запущу сюда его? Подтормаживайся. Поехал. Я подожди. Стрёмно, поехал, давай.
Опять синий поезд, давай задолбали уже, ребят. У меня два синих поезда, где у меня синяя станция? Блин, чтоб ее застрелилась, эта синяя станция. Так, бабосы есть, давайте подсоединить, хотя бы эту станцию уже начинается. Сейчас начнется, так, это невыгодно как-то. Так, один вариант у нас идет. А что, если сразу вот так? 5000, да? Не хочу 5000 платить. А так 9, подождите, так как выгоднее? 12 в итоге постыкуется, нет. Даже здесь вот так сделаем. И сюда. Да. И нам нужно еще так вот тоже-то переделать. Здесь вот, блин, здесь надо съезд сделать так, чтобы он сюда уезжал. А это за этой фигни мне мешает. Мне нужно ближе здесь переделать стрелки. Давайте тогда переделаем вот эту. Ближе поставим. Здесь вот так ближе. Во, идеально, перфект. Все, теперь мне нужен мозг, чтобы не сработал. Так, этот едет оранжевый, правильно, у него пути правильно. Это уже заходит, ему все пофиг. А что можно выпустить сейчас? Такого, в зелененький поезд можно. Давай зелененький пускаем. Поедет вот сюда. Синий тоже можно выпустить. Я же синий выпустил. С какого фига ты не заезжаешь? При этом, да, запустим еще красный параллельно ему. Оранжевый у нас, блин, здесь находится. Да вы издеваетесь, что ли? Что за фигня так? Мне нужны бабосы, чтобы здесь вот прочертить еще одну. Так, вот так. Так, так. Так, мы сокращаем путь вот так. 2019 тысяч. Ладно, пока 19 тысяч, не будем рисковать. Это опять сейчас начнется обычо у нас. Так, синий заезжает. У нас еще один синий есть. Синий, 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 голубой. Тоже выезжай. Поедешь по низу. Нормально все. Соп, красный. Как запустить сейчас красный, чтобы он... Вот так мы это сделаем. Оттормаживайся. Поехал. Отлично. В это время оранжевый выезжает, потому что ему нужен как раз сюда будет. Еще один оранжевый тоже запускаем. Вот так мы это сделаем. Оттормаживайся все. Оттормаживаемся. Здесь все правильно. Снизу запускаем. Запускаем. А! Нет! Он должен проехать. Отлично. Фиолетовые два поезда. Гребаные фиолетовые поезда. Поехал сначала первый. Здесь тоже выезжает фиолетовый. Оттормаживайся хотя бы один из них. Синий в это время пока уйдет наверх. Так, я же могу теперь достроить, между прочим. Чтобы было удобно теперь. Я могу синий выпустить сверху. Я его сверху выпускаю. Оттормаживайся. Поехал, поехал. Мой мозг, еще одну станцию. Вы долбанулись там, еще одну станцию прикрепили. Так, красный, выезжаем. А, где зеленая станция? Так, мы сейчас подсоединим еще синюю. Эту станцию здесь сюда нужно подсоединить как-то грамотно. Ну. Эй, я не хотел. Так, можно Ctrl-Z? Ctrl-Z не работает. Так.
Должна что-то зацепиться. Вот, вот. Все должно работать. Не может быть, чтобы не работало. Так, у меня есть зеленый, у меня есть красный. По зеленому опускаем вниз. Он пошел, он красавчик. Красный идет вверх. Что еще у меня проблемные поезда? Фиолетовый выезжает, и это нормально. Чуть зеленый заедет за зеленым. Оранжевый едет в оранжевость. Хорошо, запускаем, покупаем еще один новый поезд себе. Он красный оказался. Ему нужно вниз ехать. Красный идет вниз. У нас проблема со стыковкой. Красный поехал. Желтый. Куда нужен желтый? Желтый нужно обвести его по кругу в теории. Но будет мешать, поэтому не будем это делать. Хотя сейчас пусто. Ладно, запускаем желтый. Желтый скотина маленький, он не длинный оказался. Этот дорогой, больше длинный поезд, мы его запускаем пока что. Запускай. Так, где у меня фиолетовая база, я забыл, вверху. Поедь следующим за фиолетовой базой. Нужно так сделать обязательно. Запускаем фиолетовый. Синий здесь вот, чтобы не блюканул, пошел нормально. Красный заезжает. Все, в общем-то, неплохо. Оранжевый надо типа через верх может запустить или через верх запустим. Хорошо, дополнительный поиск. Где у нас здесь красненький появился, да? В красный никто не едет, самое классное. Так что он полностью может проехаться. А почему там поехал поезд? Я не туда запустил, что ли? Я бы авария? Разверните его. Разворачивай поезд. Что я дед мне так наделал, твою же дивизию? Не, слишком много поездов запахать нельзя, у меня плавится мозг. У нас оранжевый поезд едет в оранжевый город. Все, хорошо. А не покосло мне, кстати, этих странно, что пути. Ну, мне же лучше. Поехали. Желтый отлично едет сюда. Есть еще оранжевый. Куда-то надо. Так, ваша оранжевость едет куда нужно. Красный поедет через верх. Мы тоже запускаем его. Так. При этом синий пускай выезжает уже, ладно. Оттормаживайся. Фиолетовая ему, все фиолетовая. Такая-то электричка у нас очень быстрая. Выезжает. Зеленый поезд куда нужно? Хорошо, желтый. Давай, желтый сюда. Зеленый, почему ты не едешь, скотина? Воу, не успевает! Успел! Воу, это было на грани. Все правильно, едет красный, куда мне нужен? Там красный очень длинный поезд. Очень дорогой, классный, качественный поезд поедет. И очень быстро при этом. Желтый выезжает наверх. Оранжевый тоже выезжает наверх. Зеленый.
поехал наверх. Синий выезжает, я тоже наверх. Мой мозг цел, у меня уже дофига денег, кстати. Ай, ты подожди. Ты раньше времени поехал, чувак, раньше времени. Желтый. Очень длинный желтый поезд. За ногу его. Хорошо. Можем позволить, в принципе, еще одну машину, себе еще один машину, еще один поезд. Он оказался скотиной здесь. Ай, у нас куда-то не туда едет поезд. Подождите, я забыл переменить. Разворачивайся. Фиолетовый едет поверху, давай. Синие тоже выезжают. Зеленый выезжает прямо. Оттормаживаемся. Не успевает заехать. Красный, красный. Красный тоже может выехать. Ему ничего не мешает сюда проехать. Ой, так, подождите. Сейчас я соберусь с мыслями. Так, все про... А, вот тут будет неправильно зеленый, не успели. Так. Все грамотно, в принципе. Я что, опять не туда запустил? Твою ж дивизию, а? Опять запускать его под такими окольными путями. Все. Это последний поезд, да. А, стоп, не последний. Выезжай, оранжевый, оранжевый, оранжевый. А через верх, я думаю, нормально будет. Фух, реально, когда очень много поездов, и ты забываешь, какой куда едет, надо все менять, постоянно, каждую секунду меняется буквально, завершили Европу, буквально каждую секунду менять рельс, потому что забываешь, что сделал для одного поезда маршрут, а в это время еще запустил другой на этот же маршрут, начинает ехать крыша просто капитально. Мы прошли первый лист, следующий лист будет у нас в следующей серии, если вам понравится, понравилось это видео, и вы по-прежнему вам интересно было. С вами был Клаус, спасибо, что смотрели. Покупайте игру в Steam, она очень недорогая, и наслаждайтесь вместе со мной. Пока-пока-пока.